Раз, два, три, четыре, пять, всем здрасте. С вами Сварог, и сегодня мы с вами будем придумывать контрпик для всех этих вот ваших лерок на этих ваших соло-аренах. Но перед этим небольшой блок рекламы, потому что стример тоже хочет кушать. Я думаю, что многие из вас видели ценник на покупку виртуальной голды, и так же, как и я, считаете, что этот ценник конский. Поэтому я могу вам предложить сайт донатов нет, где вы можете задонатить напрямую, притом дешевле, чем в самой игре. Забудьте про передачу аккаунтов. Все пополнения только по ID игрового аккаунта. А при регистрации по моей ссылке вы получите купон, который даст скидку на первую покупку. Ну и также после недавнего обновления комиссия на пополнение Steam у донатов нет достигла 14%, что является самым выгодным предложением на рынке. Но помимо всего прочего, на сайте представлен огромный спектр игр, в которых вы можете занести донат дешевле, чем через официальный ресурс. Ссылочка в описании. Собственно, про сам пак. Как видите, я убрал Лерку из пака. Есть РД, я могу вместо нее взять Лукару, там вообще без разницы на самом деле. Сайлос есть у всех, наверное, он и тоже недавно появился. К сожалению, он еще до конца не залит. Но здесь весь настрой строится непосредственно на Кирене, потому что эта подруга заливает деньгу во время своей ульты. На арте навесил на всякий случай наследие удачи, но опять-таки 5% это слезы и смешно. И тем более, если мы его будем качать, то оно может прокнуть, может не прокнуть. Поэтому давайте дадим ей какой-нибудь жирнющий арт. Вот, например, такой. Плюс хпшка. Все-таки она пригодится. БС высок. Заходим в бой. Смотрим, что будет. Сходу уже подпираем Киреной портал. Ну, точнее, выход. Оставляя одну клетку для моба. И она стоит пока что. Там получает крохи, вообще слезы урона от этого моба. В это время Лерка выходит драться. Но в самом деле вообще не критично. Мы всегда будем терять на первой волне какие-то проценты базы, пока не поставим нашего первого ДДшника. Это в моем случае Салазар. И он начинает уже педалить босса. Да, Лерка включилась, она сейчас наносит космический урон крипу, но вообще не страшно пока, что Салазар потихонечку там пилит, рубит, бьет. Выходит вторая волна, первый крип, единственный. И мы сразу же сходу ультим Салазаром и забираем крипа. Пока крип с их стороны еще пока что идет в сторону героя. Ставим Сайлоса, то же самое как товарищ. Начинается противостояние. Лерка бьет, Салазар бьет, Сайлос стреляет. У меня плюс монетки. Выставляю ардейку. Ну давай уже включайся. Включайся. Оп. Включаем Сайлоса. Сайлос начинает решать вопросики. Салазар там тоже помогает ему в этих моментах. Да, мы снова проигрываем, потому что Леркин урон все-таки чуть-чуть побольше, чем у Салазара. Но на самом деле вообще не критично. Четвертая волна. Сайлос еще с ультой он добирает первого крипа. Здесь мы полутали монеток, убираем монетчицу, ставим Торадора. И начинается веселье. Ульт. Все. Эту волну мы забрали намного быстрее, чем оппонент, и его начинает прожаривать. Да, не сильно он прогорел, конечно, но в любом случае, там чуть-чуть, уже все приятно, уже все хорошо. Пятая волна будет не за нами, если Сайлос не успеет зарядиться к ее окончанию. Что-то мне подсказывает, что он не успеет, а у него Сайлос уже готов. Ну да, там, по-моему, пятая пробуда у товарища, поэтому да и бог с ним, в принципе. Вообще не страшно. Давай тебя тоже включим. Ой, а у него лерка кончилась. Ну вот, настроил пачку, называется. Тоже чуть-чуть потеряли хпшек. Сайлос зарешал. Выходит новый крип, который начинает уже своей аурой поддамаживать. В принципе, Торадору плевать. Так вот, давайте поставим на всякий случай здесь. Он у меня жирненький. Он у меня наконец-то покрашен на пятую, на шестую звезду. Так, это второй крип вышел. Второго крипа мы бьем. Все его успешно пилили. Били, делали ему плохо, больно. Третий крип. Ульт Салазара. Ребята сейчас его быстренько доберут. Ну и все, в принципе, вот она и победа.
Да, конечно, мы не доиграли еще две волны, но в любом случае, эту бы волну мы забрали чуть-чуть побыстрее. На следующий бы там Сайлас подзарядился бы, тоже бы поддал бы какого-то урона. И 450 БС отъехал. Интересно только, когда теперь деф обновится. Но в любом случае, что по урону Салазар первый, Ардейка вместе с ним. Сайлас у меня в разы хуже, чем у товарища. Ну а что я могу поделать? Мы его слепили из того, что было. Ну и для тех, кто досмотрел до этого момента, как бы бонус трек, как я шатал медов. И, собственно, надеюсь, что эта сборка станет новым трендом. Потихонечку увожу звук и включаю вам запись под веселую музычку. Поехали! Бывает, приходит последний момент, и пятый не в силах помочь элемент. Шестой поломался, враги уже близко, страна на пороге смертельного риска. А цифры считает предательский таймер, и скоро взорвется космический лайнер. Но мы не напрасно за родину бились, никто не сдается, мы все как Брюс Уиллис. У бомбы два провода, красный и синий, не тот перегрыз и не станет России. А циферки к нолику ближе и ближе, во взмокшей ладони дрожат пассатижи. Застыла отчизна в погибельном трансе, осталась секунда последнего шанса. Простая секунда, ничтожная малость, нельзя обосраться, нельзя обосраться. И мы обосрались. Лай, лай, лай. Ла-ла-ла-лай-лай-ла-лай. Нельзя обосраться, но мы обосрались. Ла-ла-ла-лай-лай-ла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 . Последний патрон и последний снаряд залег в обороне геройский отряд. Понятно, что это сплошная нелепость, но мы не сдаемся, мы Борецкая крепость. Последний окоп и последний блиндаж, об этом мы раньше не думали даже. Да сколько же можно, родимое, драпать? Когда-нибудь танки мы двинем на запад. Повсюду крамола, повсюду измена. Поставить хотят они нас на колени. Чужие законы, чужие скрижали. Они этот день как могли приближали. Неужто придется сменить нам тональность? И гордая наша погибнет ментальность. И родины нашей прекрасные дали. Нельзя проебать их, нельзя проебать их. Но мы проебали. Лай, лай, лай. Ла-ла-ла-лай-лай-ла-ла-ла. Ментальности дали, мы вас проебали. Ла-ла-ла-лай-лай-ла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 -